Всем привет, дорогие друзья, мы играем в игру под названием Dead by Daylight. Буду играть один с своим другом, поздоровайся со всеми. Поздороваюсь, здороваюсь. Ну что ж, давайте начинать. О, стонущий склад. О, это ты? Это я, дед. О, я тоже дед, да. О, давай чинить. Чини, короче, давай. Короче, правой кнопкой, правой и левой кнопкой. Ну, короче, левой кнопкой зажимать надо, зажимать и держать. Просто если появляется, сжимай, да, если появляется, вот приготовься нажимать пробел, когда у тебя кругляшок появится. Только не сразу нажимай пробел. Ой, вот, видишь, проебался. Побежали. И пока нет этой фигни, можно пока что починить. Уй, все, теперь можно. Спрячься. Прощай. Спрячься. Ты чё, дурак? Я на него выбежу. Ты чё, дурак? Ты чё не спрятался? Я ж тебе говорю, прячься. А ты бы могли залезть в один день в шкаф? Да, так там два шкафа. Тут два шкафа стоит. Пошёл на... Ну, у меня только прям... Убил красиво. Красиво? Так. Всё. Окей, я сейчас подожди. Прям на него зашёл такой. Он меня порезал. Он бежит за тобой. Стой. Он контролирует точку. Да пошёл он нахер. Алейкум ассалям. Салам алейкум. Ой, блин! Вот я дурак. Все, он меня выебал. Ну-ка, я сейчас попробую выбраться. Давай. Какие офигенные звуки, надеюсь. Тебя сейчас спасут. А меня повешают. Ничего, я тебя тоже спасу. Да ля, ну нечестно. В чем вообще смысл вот этого выбраться? О, все. Смерть. Давай, чел. Чел, пс. Я обосрался. Чел, иди сюда. Чел. Блин, у телка она прикольная, они такие звуки издают, типа, ну, песни. Интересно. Чел. Чел. Да чел, ё-моё, иди сюда, чел. Ты чё там? Чё там подделаешь? Я вижу, как ты ходишь. О. Сейчас я тебя спасу. Не знаю, вот там чел бегает, он как дурачок что-то делает там. Только не прыгай, с разбега не надо. Да он меня видит, давай. Он меня сейчас убьет. Давай. Ой, бежим! Нет! Я видел, как тебя убили. Он тебя поднимает, что он делает? Он куда-то бежит дальше, за тобой, наверное. Чел, беги! Чел, беги! Да беги, пусть, это пофиг на этого чела, он вообще не помогает никому. А, он за мной возвращается. Короче, если тебя повешу три раза, то тебе жопа. Да, я это знаю. Охренеть. Ну, я уже не вырвусь, пипец. О, давай. А, ну все, у меня сразу эти письки вылезли. Сейчас будет пробел нажимать быстро. Да. Пожалуйста, помогите, челики. Я не знаю, почему этот чел не помогает вообще никому. Чел какой-то лошара, вот этот ZZ Healthbreak. Давай, чел. Что я так обосрался? Ты как умер? А как? Он просто подбежал ко мне, просто типа... Как? А как ты умер-то реально? Я просто сидел, отдыхал. То есть я заныкался. Он просто идеально ко мне пришел и убил. Ну, может у него какая-то способность есть, типа, чтобы видеть тебя. Ну, у меня сейчас восстановление сил. Он стрелять может, что ли? Я не понимаю, что это у него? Так, ладно. Он стрелять может, алё. Ну ладно, я тебя попробую спасти. А нет, ты у меня восстановление сил, сейчас я встану сам. А ты не сможешь, там надо помощь. Там, типа, ты сам не сможешь. Тебе, короче, нужно, чтобы тебе кто-то помог. Давай. Хелпуй. Все, побежали. Побежали. Let's go. Он стреляет, беги. В другую сторону беги. Что-то мимо прям возле меня сейчас выстрел полетел. Ой, блядь, ты чё? Где-то шкафчик был. Шкафчик где-то вы спустились, а эта тварь за мной побежала. Чё, я в шкаф залез. Так, ладно, я пойду, короче, чинить, наверное, генератор какой-нибудь. Мне уже заколебало вот эта фигня. Пусть он вас там насилует, а я буду чинить. О! Спасибо, ребята. Так, тихо, он за мной? Не, он не за мной. А тут сюжет какой, типа? Ну, типа, смотри. Пришли трое друзей к костру. Такие сидят, нет, ой. Ой! Уже нет! А! Бежим! Вс,
сука. Тварь, боже, мне жопа. Скотина, ну как от него убежать, я не понимаю. Игра дисбалансная, серьезно. От этого чмошника хер убежишь. Вот я не понимаю просто. Ну типа восстановить силу. Он отошел, да, куда-то. А хотя нет, приближается. У меня, а, вот, я уже вообще не слышу больше, у меня нет сердцебиения. Я практически восстановил силы. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, быстрей. Быстрей, 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 помоги мне. Давай, 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 быстрей. Просто помоги мне. Давай. Давай, давай, все, побежали. Бежим. Он посмотрел вроде бы на нас, нет? Я не знаю, а где этот чел? А где чел, который умер? А, вон его повесили. Ну мне слишком опасно, если меня повесят, то я вообще откинусь. А я могу все время ныкаться, он не будет меня находить, и типа я затащу. Ну я не знаю, насчет того, что ты затащишь. Но типа тебе в любом случае. Он просто буду время жестко тянуть. Ну, по сути, ты ничего не поменяешь, кроме того, что просто время будешь растягивать. Ну ладно. Ну, к примеру, я буду прям просто заныкаюсь, он меня. Я не знаю, опасно тебе сейчас меня лечить, потому что ты не очень сейчас умеешь еще проверку на реакцию делать. Если ты меня. Ну, типа, тут, короче, когда проверку на реакцию делаешь, ну пошли, я не знаю. У тебя просто, видишь, тебя могут один раз ударить, и ты живой останешься. А если меня один раз ударит, то иди, понимаю, я посмотрю, где он. Ну ладно, ну ладно. Ну просто если тебя один раз ударит, то тебе ничего не будет. Ну типа как сказать, у тебя будет рано, давай, понимаем. Давай, 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 побежали отсюда, все. Сваливаем. Съебываем. Менты, облава. Вот страшно ты. Блять, мы еще не вот один генератор, тут генератор, слышь? Генератор. 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 Генератор, о, дегенератор. Так, я вот один дегенератор нашел, короче, я его чиню. Ты чини тот дегенератор, я буду чинить этот дегенератор. А где тот, а где тот? Ну, типа, короче, тут есть возле домика. Возле домика один дегенератор, лучше не иди сюда. У меня, типа, ускорение идет, поэтому мне помощь ничья не нужна. Так, надо аккуратненько. Аккуратненько вот так чинить. О, дурочка пришла эта, которая стонет. Только зачем она пришла ко мне помогать, если... А нет, он все-таки живой. А, я такой очень успокоился. Он живой, он живой, он живой, он живой. Ё-моё. Я так и спрятался. Тихо. Он, по сути, не может знать, что я тут. Продолжаю чинить генератор. Давай, 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 давай. Короче, закончилось место на диске. И это вообще херово. Меня убили. Так, давай, давай, давай. Я практически восстановил силы. Давай, 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 давай. Все, так. Погнали, погнали. Тихо, я хочу восстановить. Не помогай чинить, не помогай, не помогай, ничего не поменяется. Не-не-не, ничего, ничего. Просто, yeah. Чтобы главное не спалиться сейчас. Не спалиться. Не спалиться, не спалиться. Ведь осталось нас трое. А, я историю недорассказал, ну вот. Все такие трое друзей в заброшенное место. Разожгли костер, такие говорят, а вы знаете то, что тут ходит пидорас, который ебёт детей? Они сказали, нет. Потом он сказал, что вылазит пидорас, который ебёт детей, я вырубаю их. Короче, кидают по разным местам. Теперь нужно включить генераторы, хер знает зачем. Ой, 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 ой. Блять. Он стреляет гопном. Он гарпуном стреляет каким-то. Ой, ой, блять, нет. Что это? Вот это миллиметражик. Ой, я вырвался! О, блин! Пошел нахер! У меня все темно почему-то, блин. А, у меня кровь. Я походу могу сдохнуть от крови. А, нет, уже нихуя. Офигеть! Я видел прям как в тебя влетела какая-то. Ой, мне помочь надо походу. А, нет, а мне тоже надо помочь. А, мне можно подлатать себя. Беги там, беги, беги. А, если тебя один раз ударят, то тебе ничего не будет. Меня просто так поранили. Он лох, он лох, он лох, он лох. Он не может по мне попасть, он на шарик. Ха-ха, бежим, бежим. Так. Он прям бежит за мной, хорошо. Можно открыть. Ой, я вижу его, я вижу его. Он за мной добежит, да? Я не знаю, я просто его сейчас увидел, как он там шел. Какой он хитрец, какой он хитрый чел, вообще чел. О, я прям вырвался от него каким-то образом. Короче, теперь надо без... Тебе, теперь надо тебе... А мне жопа. Я все. Сука! Ты чё, чмошник? А ну-ка, пошёл ты нахер. Пошёл нахер, козёл. Я не люблю таких. Я в натуре убежал. Так, я убежал. А я, а, мне надо помочь, да, походу? Кому? Себе? Нет, смотри, остановись на месте, просто остановись. И нажми, и левую кнопку зажми там, типа, подлатать себя. Так, ну это потная катка. В натуре, ебать. Ой,
Тихо, он идет. Давай, я так обосрался. Блять, он меня походу не заметил, сука. Хитрожопый. Ой, бля, он такой хитрожопый. Я в кустиках спрятался. Иди сюда. Иди сюда. Давай, помогай. О. Я не знаю, то ли он специально. Пошли, пошли друг друга залечим, короче, друг дружку. Let it go, let it go. Так, давай он, в домик. Может, он реально специально время тянет, а вот не убивает? Ну, мне кажется, он тоже, потому что он что-то вообще не убивает. Он просто, понимаешь, он меня просто валит и убегает. Ему, скорее всего, он очки себе фармит. Мне так кажется. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так. Я тебя вылечу, давай. А там что-то тоже надо потыкать, да, куда-то? Ну да, как, типа, ну тут тоже появляется проверка на реакцию. Если я, типа, провалю, то я тебе вздерну резко, вот так, пфф, блядь, кусок мяса вырву. И ну, ты закричишь. Посмотрю. А, сейчас не появилась проверка на реакцию. Все, хватит, поедем. Ну давай. А тебя что, не надо? Ну, блядь, если я заору, то он спалит местоположение. Так что лучше пока что нет. Пошли, короче, Вон он. Тихо, тихо. Я пошел. Так, я побежал. Ты где? Я побежал. Я возле генератора. А ты где? Он там, сзади, там. Он там, короче, есть. Я видел, как он там. А что, мы щелика спасем? Так нет, он сам себя подлатать может. Типа два генератора осталось. А, вижу. Где? Ой, он идет куда-то, он идет. Вот, он идет за тобой. Он идет за тобой. Писа. Пошел нахер, чел. Промахнулась сюда. Да, я живу, я живу. Сука, как он узнал, что я тут? Че тебе? А, ты че, как у тебя так получится? Я вырвался! Беги! Беги, гномик, беги, они тебя убьют. Я бегу! Я не туда побежал! Бля, мне теперь нужно себя подлатать, А, я его вижу. Куда он бежит? Он ко мне, походу. А нет, он меня не увидел. Он бежит в какое-то здание, в дом какой-то. Блядь, он ко мне бежит! Пипец, он чушка! Ля ты чушка! Не, ну ля чушка, ну серьезно, ну что он делает, объясни мне. А я убей меня уже, чел, убей меня, просто возьми, убей меня. Ну зачем? Ты что с такой хренью? Я не знаю. Это что-то делает, может у него перки какие-то есть. Чел, ну убей меня, просто возьми меня, убей, да, наконец-то. Наконец-то ты решил меня убить, он меня убьет сейчас. Мне пизда. Он тебя повешал? Я не знаю, что он делает. Он просто генератор бьет. Он не хочет меня повешать. Ну какого черта? Он наоборот меня хочет отпустить. Он меня скинул. Поздравляю, бля. Я не знаю, зачем он это делает. Слушай, он играется, походу. Он играется? Серьезно? Я не знаю, блядь, все, он ушел в другую сторону. Не, ну это пиздец какой-то, серьезно. Ты я живой, ты можешь ходить? Да, он меня скинул. Все, я могу спокойно идти. Че за херня? Надо... Нахер он это делает? Надо за такие проделочки его наказать. Так, я пошел к генератору опять. Я вижу тебя сзади, я сзади, там сзади. Вот ты с горочки, да, спрыгнул сейчас? Угу. Я, короче. А, вижу. Ой, тихо. Вижу. Да блять, он заебал меня, пидорасик. Ты чё? Слышь, чушка, да блин, как он такой быстрый-то? Да поэтому он ржет, скотина. Он заколебал. Ему походу хп за это. Ой, ему походу за это. Смотри, опять. Он просто генератор бьет. Он меня скинул. И зачем? Да. Он меня скинул, а да? Опять подобрал. Он фармит опыт. Он меня опять скинул. Чё, красава? Мне, да я тоже, кстати, по сути, фарм. Это мне тоже дают очки за то, что вот эти попытки всякие. Все, пошел ты нахер. Бомжара. Блять, у меня еще и цепи свобдил. Заебись. Он тебя опять убил? Он меня опять грохнул. Да он заколебал, я сейчас умру. Чел. А, он походу... он походу типа так делает, чтобы ему опыт давали, пока я не сдохну. Либо он меня сейчас повешает, он меня походу повешать хочет. Да, все, прощайте. Что ж, я думаю, это можно закончить, так как катка получилась довольно долго из-за того, что маньяк-пидорас фармил на нас очки. Ну, это у нас был Grand by the White, играл с своим другом. Всем пока-пока. И да, всем пока. Пока-пока-пока-пока.